музыка – это средство, я бы так сказал, воздействие на душу человека, которое потенциально может сделать мир лучше. Способ сделать мир действительно лучше Константин Шамрай и правда нашел. Он не просто покоряет слушателей красотой исполнения, пианист учит играть других. Тех, кто только начинает свой творческий путь, а ему, лауреату престижных конкурсов, который с концертами исколесил весь мир, есть что рассказать. Он слушает исполнение ребят, а потом сравнивает музыку с знакомыми и простыми вещами. Какие-то ассоциации могут помочь. Они действительно важны, потому что в музыке-то очень много из жизни, правда? И если особенно ребенку можешь сказать, что вот это какой-то ручеек, то у него гораздо больше фантазии работает, и он гораздо лучше это воспринимает. Первым из учеников Константина на этот раз стал Сережа Буримов. Мальчику всего 10 лет, а он уже победитель 30 конкурсов, из них 20 международных. В его копилке концерты в Москве, Риме и Барселоне. Талант мальчика оценили именитые музыканты. И все же Сережа с трудом унимал волнение. Ему нужно было достойно сыграть и не забыть задать интересующие вопросы Константину Шамраю. Мастера, они больше знают, потому что уже по миру поездили, везде тоже мастер-классы брали, учились, и уже нас хотят научить новое поколение. Каждое слово маэстро ловили и самые преданные зрители Сережи Буримова, его мама и преподаватель. Ведь игра мальчика перед мастером – экзамен не только для юного пианиста, но и для его наставника. Я у Сережи спросила, говорит, ты что-то новое услышал? Говорит, нет, то же самое вы говорите, только другой человек мне это говорит. А мне это важно, что мы делаем все правильно. И мне еще, очень, так сказать, приятно то, что у Константина, у папы я учился по фортепиано в институте. Это его отец был мой педагог. Вот и получается, что такие мастер-классы взаимно полезны. Колоссальный опыт получают юные музыканты, оценку своей работы – преподаватели. А сам маэстро, исправляя ошибки в чужой игре, учится замечать шероховатости в своем исполнении. Ведь в музыке останавливаться просто нельзя. Расти всем вместе позволяет проект «В гостях у юных дарований». За несколько дней участие в нем примут 19 детей со всего Кузбасса. Каждый из них сможет лично пообщаться с музыкальным гуру. Пианист, который заставляет думать. И когда его слушаешь, то понимаешь, что этот человек просто с помощью музыки, он разговаривает со слушателем и хочет донести что-то очень глубокое. Вот после его, после занятий с ними, после его концертов, выходишь и чувствуешь себя действительно глубже. Обычно на мастер-классах залы частично заполнены. Оно и понятно, люди сюда приходят только заинтересованные преподаватели, ученики и их родители. А вот уже 9 декабря в музыкальной школе «Яблоку» будет негде упасть, потому что свой концерт для всех любителей музыки будет давать пианист с мировым именем – кемеровчанин Константин Шамрай. Полина Егошина, Антон Скомаровский. Новости моего города.